Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, друзья! С вами Елена. Рада вас приветствовать. Девочки, сегодня вам предлагаю рецепт шикарной антивозрастной маски с лифтинг-эффектом. Готовить маску мы с вами будем желатина. Кстати, многие девочки меня просили показать именно такую масочку с желатином для возрастной кожи. И вот сегодня мы с вами ее приготовим. Для маски нам понадобится обыкновенный пищевой желатин в количестве 1 чайной ложечки. Итак, берем с вами 1 чайную ложку желатина, отправляем ее в мисочку. Брать надо без горочки. И заливаем желатин холодной водой в количестве 7 чайных ложек. Желатин с водой хорошенько перемешиваем и оставляем желатин для набухания. Как только желатин набухнет, я продолжу. Прошло, наверное, минут 20-30, желатин у меня набух. И сейчас я его буду разогревать на водяной бане. В кастрюльку я налила горячую воду, включила плиту, поставила в кастрюльку мисочку желатина. И сейчас я разогрею на водяной бане, но не буду доводить до кипения. Иначе все полезные свойства желатина улетучатся. Итак, желатин я разогрела на водяной бане. Вот такой он у меня стал жиденький. А что я делаю дальше? Сейчас к желатину, он у меня тепленький, добавлю 1 чайную ложку натурального меда. Если у вас мед засахаренный, то лучше всего его также растопить на водяной бане. Мед обладает мягким антисептическим действием, убивает бактерии и микробы, борется с повреждениями кожи и высыпаниями, увлажняет и долгое время удерживает влагу в коже, делая ее здоровой, эластичной и свежей. И добавляю 1 чайную ложечку аптечного глицерина. Глицерин имеет высокую гигроскопичность. Вещество буквально притягивает молекулы влаги, поддерживая естественный уровень увлажнения кожи. Все ингредиенты тщательно перемешиваем до однородного состояния. Желатиновые маски считаются одними из самых доступных средств для ухода за лицом. Они помогают замедлить изменения в коже, которые происходят с возрастом, подтянуть морщинки и повысить тонус кожи лица, который мы теряем с возрастом. Желатиновую маску наносим на очищенную кожу лица, шеи и зон декольте по массажным линиям. В желатине много содержится коллагена, вещества, которое отвечает за упругость кожи. Коллаген из желатина, благодаря своей тонкой и легкой структуре, легко проникает сквозь кожный покров, тем самым обеспечивая насыщение кожи. Желатиновая маска легко подтянет овал лица, уберет мелкие морщины, сократит сосудистую сетку, избавит от отеков, очистит поры и улучшит тонус кожи. Девочки, прошло 20 минут, я смыла масочку прохладной водой. Сейчас можно нанести ночной крем. Эта маска делается вечером, на ночь. Чудесная маска вообще. Отличный лифтинг эффект получается после применения данной маски. Очень хорошо подходит маска для возрастной стареющей кожи. Обязательно попробуйте. Но перед нанесением маски не забывайте делать тест на аллергическую реакцию. Возможно, вам эта маска не подойдет. Имейте это в виду. Ну вот и все, мои хорошие. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Буду всем очень рада и признательна. Переходите на мой канал Яндекс.Дзен и на мой канал Дальневосточки на Ютубе Жизнь с нуля. А также приглашаю вас посетить мой канал Домашняя кухня СССР. Всем буду очень рада. С вами была Елена. Скоро мы увидимся. Удачи вам. Желаю вам красоты, молодости и здоровья. Мира, счастья и добра.